если человек не создает какую-либо картину мира, он не может познать ни себя, ни мир. Весь мир, который мы знаем, содержится в нашей картине мира. Из глубокой древности люди создают такие картины мира. И сегодня мы будем говорить о музыкальной картине мира Индии, о загадках и тайнах звука, которые раскрыты были вот в той цивилизации, в той культуре, которую мы называем индийской. Будучи совсем молодым человеком, я интересовался разной философией, мудростью, эзотерикой, читал разные книги по философии, в том числе и по индийской философии. И там говорилось о происхождении мира, комментировались определенные легенды, мифы. Но вот когда я познакомился с литературой музыкальной, где говорится о музыке, о звуке, о мире, о человеке, то я был удивлен и поражен, потому что там были вот такие слова. Это, наверное, такая квинтэссенция вот этой картины мира, музыкальной картины мира, звуковой картины мира, о которой мы сегодня рассказываем. Мы поклоняемся великому Нада, который есть лоно всех живых существ. Поклоняясь этому Нада, мы поклоняемся всем остальным богам, Брахме, Шиве, Вишну, потому что все они имеют его форму, его природу, природу звука. Вот такая квинтэссенция, которая говорит о том, что древнеиндийские мудрецы, которые имели дело с музыкой, изучали звуки, звучание, открыли то, что весь мир есть звук. Все предметы этого мира, как большие, так и маленькие, звезды, планеты, деревья, горы, камни, живые существа, и насекомые, и животные, и даже люди, это все звуки, звучание. И все они происходят из одного источника, который они назвали словом «нада». На санскрите слово «нада» означает «шум». Вот таким шумом обозначался, например, звучание реки или шум моря. «Нада». И вот этот вселенский «нада» считается основой мироздания. Из него все приходит, и в него все возвращается. Удивительно, что даже боги, которых в индийском эпосе, в индийской картине мира очень много, начиная с ведической эпохи, они тоже имеют все форму звука. Весь мир – это сплошное непрерывное звучание. И, наверное, это неудивительно, потому что когда создавалась индийская культура, в основе ее лежала культура народа, который пришел на полуостров Индостан неизвестно откуда. Этот народ называл себя ариями. Арии принесли с собой культуру. И центром, краеугольным камнем этой культуры было звучание священных гимнов. Эти священные гимны называются веды. Вот, наверное, современному человеку трудно представить даже себе это. Потому что, когда мы говорим о каком-то звучании, например, о ведах, сразу нам могут представляться какие-то толстые массивные книги, где очень много слов записано. Но когда древние арии пришли на полуостров Индостан, у них не было никаких книг. Они эти веды не записывали. Они их запоминали и передавали устно из поколения в поколение. Надо сказать, что это очень толстые книги. Если вот сейчас они записаны на бумагу, они очень толстые. А раньше это все запоминали. Это была устная традиция передачи информации.
И представьте этих людей, которые учили, выучивали, зазубривали эти тексты и не просто помнили, а постоянно их воспроизводили внутри себя и снаружи, когда это требовало жизнь, потому что от этих звуковых, от этих звучаний зависела жизнь этих ариев, потому что сплачивала этот народ система, религиозная система ритуалов. И центром этих ритуалов и было как раз звучание, звучание вот этих гимнов, священных текстов, священных слов, которые называются веды. И они передавались устно. И поэтому перед этими древними людьми стояли задачи, как научиться произносить правильно слова, как нужно овладеть речью, овладеть звучанием, как запоминать эти звуки, как их передавать, как усваивать, как их понимать. Это была целая наука, целое искусство. И они погружались внутрь себя, погружались в неведомые дали, неведомые измерения Вселенной, где постигали законы звучания. И в конце концов они открыли, что звук есть во всем, звук есть все. И что нужно поклоняться только этому единственному звуку, звучанию мира. И когда ты ему поклоняешься, ты поклоняешься всем остальным богам, потому что они все имеют форму звука, звучания. Без звука они не существуют. Вот такая идея лежит в основе индийской не только музыкальной картины мира, а картины мира вообще. Лона всего сущего – это надо. И они поняли, раскрыли, что сознание человека воспринимает все звуковые явления на трех уровнях или делит их на три категории – шум, речь и музыка. И когда говорили о шуме, вот этом первобытном звучании, божественном звучании, они называли это «нада брахма». Когда говорили о словах, о речи, называли это «шабда брахма». И когда говорили о музыке, называли это «сангит». Слово «шабда» означает «слово». Слова тоже изучались, потому что все, что мы видим, что мы слышим, описывается словами. Мы мыслим словами, словами и образами. И прежде всего словами, которые звучат. И поэтому человеку очень важно научиться говорить, говорить правильно, чтобы можно было его понимать. А для древних ариев важно было еще научиться говорить и звучать так, чтобы слышали их предки, которые ушли в иной мир, и слышали их боги. Потому что от этого диалога с богами и с предками зависела жизнь людей.
То, что я узнал из музыкальных текстов, из книг о индийской музыке, что все сущее есть звучание, сочеталось и с той информацией, или с тем знанием, которое я получил чуть-чуть раньше, уже из обычной литературы. Я интересовался музыкой, интересовался устройством музыкальных инструментов, звуковыми вибрациями, акустикой, и ходил в библиотеки, искал, читал разные статьи. И вот в одном из журналов, к сожалению, я так до сих пор и не нашел этот журнал, я даже не помню, какой это журнал был, я прочел одну интересную статью. В этой статье говорилось об одном исследовании, которое провел автор. По-моему, он был венгр, европеец. Он взял магнитофон. Конечно, это был хороший профессиональный магнитофон. И на высокой быстрой скорости записал разные звуки. Шумы природы, какие-то обрывки разговоров, технические шумы, ляск, дребезг, скрежет, записал пение птиц. В общем, огромное количество звуков он записал на большой скорости. А эксперимент состоял в том, что он эти звуки, эту запись, проигрывал на медленной скорости. И вот когда он стал проигрывать на медленной скорости, звуки даже такие неблагородные, и скрежет, и ляск, и стук, в общем, то, что мы называем шумом, что нам не нравится, оказалось, что внутри этих неблагозвучных звучаний музыка, мелодии, да такие мелодии, которые знакомы иногда современному человеку по музыкальным произведениям даже популярной и классической музыки. Какие-то вот напевы. Оказывается, что вот во всех звуках внутри содержится музыка. Музыка держит все. Музыкой организованы все события, все явления. И вот эти древние арийцы, древние арии, мудрецы, которые открыли и создали йогу, они создали йогу звука, постижение мира через звучание. И тот, кто познавал мир через звучание, назывался надо-йогином. Какие-то техники сохранились, какие-то описания сохранились этой древней науке. И они открыли то, что все тоже музыкально. Внутри каждого звука, благородного или неблагородного, лежит какой-то музыкальный напев. И поэтому, может быть, поэтому они назвали музыкой слово «сангит». Слово «сангит» использовали для обозначения музыки. Слово «сангит», санскритское слово, состоит из двух слов «сан» и «гит». «Гит» – это мелодия, пение, музыка, звучание. А «сан» – это то, что соединяет. То есть «сангит» обозначает то, что соединяется
посредством музыки. А соединяемое – это вот все явления, события. Даже все наши вот соединительные ткани, которые что-то соединяют, все, что соединяет, это сангит. Там внутри есть музыка. Другое дело, что не все могут слышать это. Этому надо учиться, настраивать себя, настраивать свою природу на восприятие вот таких музыков. Это и есть такая звуковая музыкальная йога. И музыкальные трактаты о музыке, они описывают, как происходит, как человек производит звучание, как это происходит. Когда душа человека, а душа по-индийски называется атма или атман, и когда вот этот атман, душа, хочет проявить себя в этом мире, материальном мире, например, что-то сказать, или спеть, или станцевать, он сообщает это свое желание, свое намерение уму, а ум человека пробуждает жизненный огонь, который находится в месте Брахмы. Место Брахмы – это нижняя часть живота, та часть живота, где находится Муладхара чакра. И вот в этой области этот телесный огонь жизни соединяется с воздухом жизни. Воздуха жизни называется прана. И они, смешиваясь между собой, начинают двигаться вверх и превращаться в звук, в звучание. И это звучание в разных частях тела бывает то уловимым, то едва уловимым, слышным, едва слышным. И, наконец, оно приобретает то звучание, которое нам с вами хорошо знакомо, и которое сейчас вы слышите и в звучании музыкальных инструментов, и в звучании моего голоса. И вот это звучание, которое нам с вами привычно, звучание в физическом мире, называется ахата-нада, ударенное звучание. Потому что считается, что это звучание может существовать только тогда, когда соединились или столкнулись между собой два предмета. Ну, например, для того, чтобы услышать хлопок, нужна правая и левая ладони. Для того, чтобы извлечь из музыкального инструмента звук, ударить по струне, нужна струна и палец. И вот так вот нужны две каких-то силы, чтобы произошли какие-то события и явления. Это звуки физического мира, они называются ахата-нада. И есть еще таинственный мистический звук, мистическое звучание, звучание Вселенной, которое за пределами физического мира, оно метафизично, оно называется анахата-нада. Вот так же называется и сердечная чакра человека. Анахата. Анахата значит безударный, неударенный. Анахата-нада – безударенное, неударенное звучание, которое не требует двух противоположностей для своего существования, для своего бытия, бытия и выражения. И именно здесь, в этой зоне, в груди человека, в области сердца, в области, в пространстве анахата-чакры, человек способен соединиться, услышать вот это первичное звучание анахата-нада.
Итак, музыка называется сангит, то, что связывает воедино. И существует в индийской музыкальной картине мира классификация музыки, направления, виды музыки. Есть музыка таинственная и загадочная. Она недоступна человеческому слуху. Мозг человека не может воспринимать эти звуки, но она существует. Эта музыка называется Гандхарва Сангит. Говорят, что ее слушают боги, но человеку она недоступна. Человек как не слышит ее, так и не может ее воспроизвести. Но во Вселенной такая музыка существует – Гандхарва Сангит. Музыка же, которая знакома нам с вами, называется Деши Сангит. Это может быть и священная музыка, ритуальная, церковная, эстрадная музыка, классическая, народная, фольклорная. Любой вид музыки, который нам с вами хорошо известен, называется Деши Сангит. От слова Деши – страна, местность, повсеместная музыка. Музыка мира, которая существует в этом мире. Деши Сангит. И еще есть один вид музыки, который называется Марга Сангит. Слово Марга означает путь. Китайцы сказали, что это Дао. Марга Сангит – музыка пути. Это музыка, которую практикуют святые люди, мудрые люди, йоги, для того, чтобы открыть в себе те резонансы, которые спят внутри нас. Они практикуют Марга Сангит для того, чтобы познать мир как единое звучащее целое. И музыку как высший смысл мироздания. Марга Сангит. Это разные упражнения с отдельными звуками, с музыкальными фразами,
которые могут быть и с музыкальными инструментами, и без музыкальных инструментов. Это основа йоги звука, марга сангит, таинственное, загадочное искусство, которым владеют, ну, если не единицы, то, наверное, десятки. Потому что здесь нужно быть от рождения не только иметь дар музыки, но еще и дар вот этого развития, вот этого совершенства, когда по несколько часов тренироваться, издавать различные такие звуки. Но это изменяет природу человека и открывает такие способности, к которым вот многие стремятся. А в древности эти способности нужны были для того, чтобы вот жить, выживать и развиваться. И складывался вот этот путь, музыкальный путь Марга Сангит. Какие-то его отголоски слышны вот в этих звучаниях музыкальных инструментах, на которых я играю, в той музыке, которую я исполняю. Это Марга Сангит, но все-таки это вот и Деши Сангит. Также есть классификация, которая говорит, что музыка существует, например, существует музыка для тела. Это музыкальные мотивы, музыкальные мелодии, на которые откликается тело человека. Ну, легко эту музыку узнать. Когда мы слышим такую музыку, нам хочется топать, хлопать, прыгать, бегать, танцевать. Музыка для тела. Есть музыка для души, для наших эмоций, когда звучание музыки заставляет нас смеяться или плакать. Есть музыка для ума, слушая которую нужно размышлять, из каких элементов эта музыка состоит, как, что происходит. И есть еще музыка, которая воспринимается в трансовых, измененных состояниях сознания человека. Ну, например, во сне. Многие из нас слышали музыку во сне. Вот такие виды музыки еще описывают. И, конечно, эту музыку такую исполняют. Но какую бы музыку ни исполняли люди, какие бы речи ни произносили люди, даже и животные, все они основаны на семи звуках. Эти звуки называются свара. Это музыкальный такой термин, означающий звук свара. Это слово происходит из двух составляющих сва-радж. Если по-русски перевести, то это будет такой самоцвет или самосвет. Радж, радж – это сверкать, блестеть, а сва – это значит свой. То есть каждый звук имеет свою собственную характеристику. Музыкальных звуков семь. Они имеют имена, названия. И еще есть 22 звука, которые нельзя зафиксировать. Если свары можно записать их именами на листке бумаги, то звуки, которые можно воспринять слухом, интонацией, они называются шрути. 22 шрути и 7 звуков. Вот такое количество описывает музыкальная картина мира Индии. Свары. Их семь. У них есть сокращенные названия. Так же, как в европейской музыке есть до, ре, ми, фа, соль, си, так и в индийской музыке звуки называются сари, гама, патхани. Это сокращенные названия от их полных имен. Са означает шаджа, ри – ришабха, га – гандхарва, ма – матхьяма, па – панчама, дха – Дхайвата ни нишат. Это имена свар. Слово шаджа означает и происходит от слова шесть, потому что когда ее поют правильно, то этот звук раскрывается в шести местах тела человека и держит остальные все шесть звуков. И поэтому он называется шаджа. У него есть свой цвет. Он бледно розовый, как лепесток лотоса.
Ришабха означает «так ревет бык», потому что описывается, что когда правильно он поется этот звук, то воздух, рождаясь внутри тела, движется по определенной траектории и с большой силой выходит изо рта и из ноздрей, похожий как рев быка, ришабха. Га гандхарва – это значит земля. Она золотистого цвета. Ришабха был зелено-желтого, как цвет попугая. Матхьяма значит серединная, серединная, она находится посередине. И у нее белый цвет. Панчама значит пятая, соединяющая пять сил человека, которые внутри человека живут. И она черного цвета. Дхайвата ярко-желтого цвета. И нишат пестрая. Вот такие семь свар, сари, гама, падхани. Из них состоят все напевы, все интонации речи человека из семи свар и 22 шрути. И все музыкальные инструменты основаны на резонансах, связанных с этими звуками, с этими звучаниями. Вот они. Шаджа, Ришабха, Гандхарва, Матхьяма, Панчама, Дхайвата, Нишат. Они могут быть повышены или понижены. И в каждой сваре, в каждой семи свар находится определенное количество вот этих незаписываемых, неопределяемых шрути. Где-то два, где-то три, а где-то четыре.
когда человек сталкивается со звуковым явлением, он испытывает определенное состояние. В реальной жизни это называется бхава по-индийски, то есть чувство, переживание. Когда же человек взаимодействует с предметом искусства, будь то живопись, танец, музыка, архитектура, он испытывает то, что называется раса. Раса по-индийски означает вкус. То есть он вкушает произведение. И есть 9 основных раса, вокруг которых группируются все настроения человека. Особенно то, что связано с искусством, с музыкой, с живописью, с танцем, с литературой, поэзией. Этих раса 9. Первая раса – это раса любви, вплоть до эротического состояния. За расой любви следует раса смеха, радости. За радостью следует печаль, грусть. Страх – еще одна раса. Удивление, изумление – еще одна раса. Героизм и трусость – еще одна раса. И отдельно считается, что стоит раса умиротворения и покоя. И вот когда мы слушаем какое-то музыкальное произведение – или смотрим даже кинофильм, телеспектакль или спектакль, читаем литературу, мы переживаем, вкушаем эти расы, которые становятся частью нашего опыта. И этот опыт мы переносим с собой в следующие жизни. Поэтому для человека очень важны вот эти вот переживания, переживания священные, в том числе и переживания искусств. Они наполняют душу человека неповторимым опытом, который базируется на вот этих 9 эмоциях, 9 раса. И вот в индийской классической музыке, та музыка, которая сегодня называется классической, есть музыкальные произведения, которые называются рага. Рага-сангит. Так называется тот мелос, вот который мы сегодня с вами слушаем. И мы слушаем те инструменты, которые способны воспроизводить вот этот мелос рага-сангит. И раг очень много. Считается, что их 72 тысячи существует, музыкальных композиций, определенных сочетаний вот этих свар. И каждая рага, она выражает ту или иную эмоцию, то или иное состояние, то или иную расу несет. И вот исполнитель или создатель произведения искусства, его задача состоит в том, чтобы вот проявить, показать эту расу. А задача слушателя – вот эту расу вкушать, потреблять, наполняться вот этими состояниями. Потому что эти все расы, ну, мы говорим об индийской картине мира, они связаны с эпосом, с мифологией, со священными событиями из той истории, вот, которая существует в Индии, в индийской культуре. Она, вот эти расы описывают взаимоотношения между людьми, между богами, между влюбленными, между врагами. И вот раги, они созданы так, чтобы воспроизводить эти расы. Считается, что раги – это, ну вот в одном из текстов по индийской музыке говорится о том, что рага – это музыкальная композиция, которая окрашивает сознание в человека в те или иные краски, то есть переживания.
И считается, что раги вообще это живые существа, которые здесь проявляются в этом мире, и тело состоит их из звуков, то есть из свар. Этих свар, музыкальных звуков, должно быть минимум 5. Максимальное количество там уже вот будет больше, например, 12 свар может быть. И они распределяются в восходящем и нисходящем движениях, то есть движутся вверх и вниз. И составляют определенные роды семейства. Какие-то дошли до нас из глубокой древности, какие-то появляются в наше время. Но считается, что вот как композитор в Европе сочиняет музыку, нельзя сочинить рагу, она рождается сама. То есть это божественное откровение, сказали бы философы, мудрецы, эзотерики. То есть что-то накатывает на человека, находит, и вдруг появляется особое сочетание звуков, которого до сих пор не существовало. Это и есть рага. И рага – это не мелодия уже созданная, потому что каждый исполнитель на основе одной и той же раги создает музыкальные произведения сам. И интересное свойство вот этой музыки – это импровизационность, то есть создание музыки здесь, сейчас, тут и теперь. Вероятнее всего, это идет из древних глубин истории человечества, вот такой немного шаманский подход, когда музыкант являлся и неким пророком, и мог впадать в измененные состояния сознания, и уже из этих состояний, вот через общение с духами, с предками, с богами, нес, переносил информацию в этот мир, в том числе и в музыке, в том числе и вот в сочетании звуков. И вот считается, что 72 тысячи раг существуют по количеству энергетических каналов, которые находятся в теле человека. Их 72 тысячи. И раги несут вот эти опорные состояния бхава. Существует также еще классификация слушателей. Индийская философия говорит о том, что есть в мироздании три силы. Они называются гунами. Светлая сила, она называется сатва гуна. Сила раджаса, раджа гуна, это такая неуемная сила. И тамас гуна, темная сила, инертности. Светлая, радужное и темное начало. И по этим гунам делятся и слушатели, и исполнители. Вот что говорится о слушателе, что есть сатва пуруша. Это слушатель, который может воспринимать музыку на всех уровнях своего существа, духовном, душевном и телесном, физическом, эмоциональном, интеллектуальном. И на всех уровнях он и воспринимает это одинаково. Это совершенный вид слушателя, сатва пуруша. Раджас пуруша – это человек страстный слушатель. Ему музыка нужна для того, чтобы либо смеяться, либо плакать, либо отвлекаться от чего-то, либо переживать что-то. Тамас пуруша, он иногда даже и вообще музыки не слышит, но он интересуется всем, что вокруг музыки. Из чего создан инструмент, как зовут исполнителя, на ком он женат, сколько у него детей, сколько ему лет, сколько он денег получает и так далее. В общем, все, что вот сейчас вот наш современный шоу-бизнес представляет, это тамас пурушас, представляет вот слушатель такой, которого музыка, собственно говоря, не интересует, а интересует все, что вокруг. Вот такие три категории слушателя существуют в индийской музыкальной картине мира. И здесь мы можем подумать о самих себе, а кто же мы, какому типу слушателя
относимся мы с вами. У меня в руках сейчас музыкальный инструмент ситар. Ситар — слово не индийское, хотя инструмент принадлежит индийской музыкальной традиции. Ситар — слово персидское и означает три струны. Си — это три по-персидски, тар — струна. Вот когда-то в 11-12 веке, когда он был создан в Индии и имел в основе лежит персидский музыкальный инструмент ситар, вот на нем было, видимо, три струны. Сейчас этих струн много больше. Наверху находится два ряд струн, 7, и внизу находится еще здесь вот 11 у меня струн. Всего получается на моем инструменте 18 струн. Инструмент изготавливается из высушенной тыквы. Это вот свойство изготовления древних музыкальных инструментов. Тыква – это деревянная часть, гриф, длинный гриф, где привязаны определенные лады порожки, и к ним прижимаются струны. У ситара есть такое мистическое значение или эзотерическое значение. Он представляет собой модель человека. Это человек. Где вот этот длинный гриф – это позвоночник человека, а вот это вот лады, порожки – это сочленение человека вот на позвоночнике. Это, значит, голова, здесь будет задняя часть, и звуки распределяются так, чтобы захватывать части вот этого нашего позвоночника, возбуждать неврологическую систему и приводить нас в определенные состояния. И звук ситара создан именно для того, чтобы вот сознание человека соединять вот с этим первоначальным «надо».
Спасибо.